госпожа. Мне было знамение, и я желаю отправиться в... Геральт, предупреждаю тебя. Шучу. Отшельник помог мне понять нечто важное. Расскажи мне. Вскоре я уйду отсюда. Не знаю, удастся ли мне найти свой Грааль, но я должен. Я не стану тебя задерживать. Мне понятно твое горе, твое одиночество. Если я хоть чем-то могу помочь... Прекрати относиться ко мне как к богине. Последователей у меня достаточно. Мне надоело, что на меня смотрят лишь как на идола. Госпожа, простой люд, они не понимают. Я их не осуждаю, но вернемся к твоему желанию мне помочь. Начнем с того, что ты сделаешь мне комплимент. В этом я не специалист. Госпожа, твоя мудрость уступает лишь твоей доброте. Достаточно. Я предпочту не верить, что недостаточно привлекательно для тебя. Я просто спешу все на твою знаменитую нерешительность. Госпожа, твои глаза сияют словно звезды. Далекие и холодные? Слабовато, ведьмак. Твоей заднице позавидует любая. Еще ни разу мне не делали подобных комплиментов, а лет мне уже немало. Мои храбрые рыцари восхваляли мои душевные качества, хотя я видела, куда они пялятся. Тем не менее, Геральт, я должна открыто сказать тебе, что мне нужно, или сам догадаешься? Почему именно король-рыбак? Шьенас говорила, что ты умен. Но говоришь ты как самый типичный мужчина, считающий свою любовницу собственностью. Госпожа, я... Ты, видимо, считаешь себя единственным, наилучшим, наибольшим. Госпожа... Все мужчины одинаковы. Прости, я не хотел тебя беспокоить. Мне пора идти. Не обижайся, ведьмак. Ты слишком стар, чтобы обижаться по каждому поводу. Не каждый способен стать королем в спальне. Я ухожу. Шучу. Было не так уж плохо. Теперь мы в расчете. Я говорил с Беренгаром. Его не интересует предназначение. Мое видение определенно касалось тебя, Геральт. Что ж... Когда придет время, я наделю тебя даром. Он тебе поможет в твоей трудной дороге, беловолосый. Да? Госпожа, похоже, в темноводье нуждались в моей помощи. Это правда. Поэтому тебя привело сюда предназначение. Мы должны поговорить. Естественно. Я богиня. Ты меч предназначения. Смерть уже много лет идет за тобой по пятам. Возможно. У меня есть для тебя дар. Дар владычицы озера. Он поможет тебе исполнить свое предназначение. Что это за дар? На колени, Геральт из Ривии. Ты прошел долгий и опасный путь. Ты проявил храбрость и доброту. Я произвожу тебя в рыцари. Без страха встречай своих врагов.
защищай слабых. Не лги даже под угрозой смерти. Вот твоя клятва. Я посвящаю тебя в рыцари. Белый волк, впереди у тебя долгий путь. Я вижу смерть и кровь. Я вижу снежную бурю. Прими меч в знак моей симпатии. Это был меч великого воина. Он века лежал в глубинах, ожидая тебя. Госпожа. Спасибо, госпожа. Иди, белый волк, сделай, что должен. Да сбудется твоя судьба.